Приветствую вас, дорогие друзья! Очень рассчитываю, что с вами и вашими близкими в такое нелегкое время все в порядке. Ну а мы сегодня посмотрим биткоин. Что же с ним происходит? А происходит с ним ровно то, что мы ему и сказали делать. Итак, давайте посмотрим на 4-часовом таймфрейм и нанесем сетку Fibonacci. Вчера мы с вами, исходя из объемов и того, как ведет себя цена, выяснили, что в данном расширяющемся клине цена должна будет пойти вниз. И определили ее потенциал. Потенциал был равен район 42 тысяч долларов за биткоин. То есть на текущий момент потенциал еще не реализован. Но что же делает цена? Естественно, после пробития клина всегда должен происходить ретест. Должен быть, но не обязан. Но зачастую это всегда бывает. Так вот, друзья, в данный момент времени биткоин совершал движение вверх и тестировал верхнюю линию 44 тысячи долларов за биткоин. Но что очень примечательно. Так как мы уже с вами нанесли сетку Fibonacci, хочу вам показать. Обратите внимание, как она идеально и красиво легла. Вы видите, район 44 тысяч долларов за биткоин показала нам 0.382 по Fibi. Соответственно, именно эта зона стала той зоной, которую пробивал биткоин и в данный момент времени тестировал. Обратите внимание, после удачного ретеста мы должны будем направиться вниз. Но что нас ждет внизу? Район потенциала обозначен 42 тысячи долларов. Но что вот это за зеленый прямоугольник? Зеленый прямоугольник – это непосредственно зона покупателя. Так что же это за зона покупателя? Это зона, где большинство трейдеров хотят или собираются приобрести биткоин. Соответственно, если мы пробиваем данную зону, это район 0.5 по Fibonacci, мы, естественно, устремляемся к следующей зоне по Fibi. Это 0.618 или 41 400 долларов за биткоин. И если эта зона покупателя будет сломлена, у нас будет открыта дорога на 40 тысяч долларов за биткоин и, соответственно, 37 тысяч долларов за биткоин. Обратите на это внимание. Поэтому для покупателей сейчас крайне важно удерживаться в данном районе и никоим образом не сдать данный бастион зоны покупателя. Еще раз, если это происходит, мы реализуем свой потенциал, пробиваемся к 0.618 и у нас открыта дорога на 37 тысяч долларов за биткоин, а там уже и ниже. Сейчас обращаю ваше внимание на наше с вами детище, за которым мы следили уже несколько месяцев, мы его растим как действительно ребенка. И вот что он нам дает. Мы с вами реализовали сектор A, сектор B, и сейчас у нас практически завершается или завершен сектор C. Поэтому мы пока еще не ставим зеленую галочку. Именно об этом я и рассказывал в своем телеграм-канале еще вчера. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Так чего же мы хотим от сектора C? А вот в чем дело. Конечно, Вайхофа уже давно с нами нет, но дело его живет. И он нам завещал достаточно серьезную информацию. Мы помним, что сектор C после ретеста верхнего уровня данного канала мы должны будем переходить плавненько в фазу D. И именно это мы с вами ожидаем со дня на день. Переход в фазу D. После чего, исходя из Вайхофа, мы должны будем направиться стримглав вниз, совершая невероятное крутое пике. И куда же эта дорожка нас приведет? А как раз таки прямиком из данного блока распределения в последнюю фазу, которая будет называться у нас зоной аккумуляции, где мы будем собирать с вами силами для того, чтобы взлететь достаточно высоко вверх и стать богачами. Конечно, богачами станут не все, но думаю, вы сможете заработать деньги на лимон. Но не будем с вами настолько самоуверенными. Существует процент того, что биткоин сможет совершить отскок, снова пробиться через верх данного канала и совершить аккумуляцию конкретно из данного блока. Конечно, я в этом сомневаюсь, потому что существует достаточно много нюансов, о которых я рассказываю на протяжении уже вот этих 4 месяцев существования канала. Но если быть до конца объективным, то давайте посмотрим. Объемы у нас сокращаются на дневном таймфрейме, и мы уже перешли в отрицательное значение. А мы знаем, что в процессе аккумуляции для движения вверх формируется импульс, исходя из объемов, то есть в данном месте. Но именно это место и было пробито вниз. Соответственно, весь импульс пошел на понижение биткоина. И именно поэтому схема распределения по Вайхофу номер 1 является для нас сейчас настольной книгой. Друзья, сейчас хочу предложить вам две самые лучшие биржи. Это Bybit и Femix. Регистрируйтесь от меня по данным ссылкам и получите бонусы, а также возможность участвовать от меня в различных денежных акциях. Сейчас давайте посмотрим мои любимые скользящие и CPR линии. Обратите, пожалуйста, ваше внимание. Мы говорили, что биткоин находился в зоне поддержки как раз-таки на верхней линии CPR. Если он пробивает
данную линию, то, соответственно, у него есть промежуточная ловушка, промежуточная подушка в районе как раз-таки центральной CPR-линии, где, в принципе, он и осел. После чего все равно отправился на самую нижнюю CPR-линию. Мы помним, что все эти три CPR-линии являются крайне мощными зонами поддержки или сопротивления, исходя из того, куда двигается цена. Так вот, после того, как мы пробили все три линии CPR, вместе с тем мы пробили и 200-ю экспоненциальную на дневном таймфрейме. И пробили 50-ю экспоненциальную, дорогие друзья. Но совершили откат вверх от нижней CPR-линии и от 50-й скользящей. То есть именно из-за того, что здесь нижняя CPR-линия и 50-я экспоненциальная скользящая являются максимально сильными и мощными зонами поддержки, мы с вами сейчас отыграли назад. И именно поэтому здесь и находится зона покупателя. Все это неспроста, дорогие друзья. Более того, я обещал показать вам очередную магию с Фибоначчи. Обратите, пожалуйста, внимание. Итак, средняя CPR-линия находится в районе 44 тысяч долларов за биткоин. Обратите внимание, что нам показывает сетка Фибоначчи. Как раз таки район 0.382 по Фиби и находится в районе 44 тысяч долларов за биткоин. И именно по этой зоне происходит сейчас ретестинг. Обратите внимание. Далее, если вы посмотрите, нижняя CPR-линия находится в районе 42 700 долларов за биткоин. Или нами уже давно принято 42 500 плюс-минус. И опять же, если мы посмотрим на зону Фибоначчи, то мы увидим, это как раз таки район 0.5 по Фиби. Именно та зона, где мы с вами нашли поддержку и совершили небольшой отскок для ретестинга. Обратите внимание, 0.5 по Фибоначчи. И, соответственно, мы неоднократно говорили, и вы получали сигналы от меня неоднократно, что если мы не удерживаемся в данном месте, то у нас открывается дорожка к 39 тысячам долларов за биткоин, что отражено здесь в CPR-линии S1 39 700. И если опять же посмотреть на сетку Фибоначчи, то увидите, дорогие друзья, это 0.786 по Фиби. То есть та зона, которая лежит сразу же после зоны покупателя, простите за тавтологию. Поэтому, дорогие друзья, крайне важно пользоваться инструментами, которые существуют на TradingView или других схожих программах. А завершить сегодняшний монолог я хотел бы исключительно тем, что мы вчера предполагали, и это сбылось. Мы говорили и думали, что, скорее всего, произойдет классический отскок дохлой кошки. И вместе с тем, вместе с дохлой кошкой, мы с вами получили волны A, B, C по волнам Эллиот. Для тех, кто не знает, забыл или не смотрел, напомню, то в теории для отскока дохлой кошки цена, которая находит свою поддержку на платформе 2, двигается вверх. И дойдя до 0.5.0.618 по Фибоначчи, включая импульсное движение, после этого цена должна двинуться вниз, пробивая район поддержки платформы 2, то есть устремляясь еще ниже, чем точка 2. Соответственно, это и сбылось. Это есть во вчерашнем видео. Поэтому пользуйтесь с удовольствием. Что ж, друзья, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк данному каналу, расскажите обо мне друзьям. Также обязательно не стесняйтесь, вступайте в мой Telegram, TikTok, Twitter аккаунты, а также посмотрите в описании, там вы увидите биржи Femix и Bybit, самые лучшие биржи с идеальными комиссиями. Надеюсь, видео было для вас полезным, я вам хоть немножечко, но помог. Берегите себя, увидимся и услышимся. Пока.